Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Давайте выберем участников в мега-розыгрыш. Накопилось достаточно много видео. Так, давайте копируем ссылку. Вставляем. И кто же у нас будет участником под номером 176? Сейчас мы это узнаем. Давайте, поехали. И участник под номером 176 у нас Кадиша. Поздравляю, ваш номер участника 176. Давайте сейчас выберем следующего. Так. Копируем ссылку. Вставляем. И кто будет участником под номером 177? Поехали. Участник под номером 177. Корректор. Поздравляю. Мастер загадок у нас под номером 177. Давайте выберем следующего. Копируем ссылку. С видео... Так, вставляем. И это у нас Виталий с канала «Нумизматика. Моя коллекция». Поздравляю, Виталий. Твой номер участника 178. Давайте узнаем, кто у нас будет следующий. Копируем ссылку. Вбиваем, вставляем. И кто же у нас будет под номером 179? Поехали. И это у нас монета 58 рус. Денис, поздравляю, твой номер участника 179. Давайте узнаем, кто будет следующий. Копируем ссылку. Сбиваем. И кто же будет у нас под номером 180? Одну секунду, и мы сейчас узнаем. Поехали. Христофор Акопянц. Поздравляю, Христофор. Ваш номер участника 180. Так, давайте узнаем, кто у нас будет под номером 181. Копируем ссылку. Сбиваем. Вставляем. Поехали. Кто же у нас будет под номером 181? Корректор. Поздравляю, у вас уже два номера за сегодня. Так, давайте узнаем, кто будет у нас следующий. Копируем ссылку. Сбиваем. Вставляем. И кто же у нас будет под номером 182? Поехали. И участник под номером 182 у нас Маргарита. Поздравляю, Маргарита. Ваш номер участника 182. Так, давайте посмотрим, кто у нас будет следующий. Копируем ссылку. Эту мы ссылку сбиваем. Вставляем новую. И кто же у нас будет под номером 183? Ох, как тяжело. Коллектор 55 рус. Поздравляю, Виталий.
Ваш номер участника 183. Так, давайте узнаем, кто будет следующий. Так, копируем ссылку. Так, вставляем. И кто же у нас будет под номером 184? Нумизматика моя коллекция. Виталий, поздравляю. У вас сегодня тоже два номера. 184. Номер участника ваш. Давайте узнаем, кто будет следующий счастливчиком. Так. Сбиваем. Вставляем. И участник под номером 185. Степан Хергалиджи. Поздравляю, Степан. Ваш номер участника 185. Давайте узнаем, кто же будет под номером 186. Копируем ссылку, эту ссылку сбиваем, вставляем, и участник под номером 186 у нас, и кто же это будет? Нумизмат Игорь Балаковский. Поздравляю, Игорь, ваш номер участника 186. Давайте узнаем, кто же будет у нас под номером 187. Копируем ссылку. Сбиваем. Вставляем. И кто же у нас будет под номером 187? И это... Вадим Королёв. Поздравляю, Вадим. Ваш номер участника 187. Давайте узнаем, кто будет следующий. Копируем ссылку. Сбиваем. Вставляем. И кто же у нас будет под номером 188? И это у нас мастер-класс по сбору меди. Поздравляю, Рома. Ваш номер участника 188. Так, давайте узнаем, кто же будет следующий. Копируем ссылку. И кто у нас будет участником под номером 189? Так. Вставляем. И участник под номером 189 у нас. Кто же это будет? Алиса Ботвинцева. Поздравляю, Алиса. Ваш номер участника 189. Давайте посмотрим, кто у нас будет следующий. И следующий у нас. Копируем ссылку. Так, это мы сбиваем. Вставляем. Поехали. И участник под номером 190 у нас. Харабом Нумизматикс. Поздравляю, ваш номер участника 190. Давайте узнаем следующего. Так.
копируем ссылку. И участник, так, это сбиваем, вставляем. И участник под номером 191 у нас. Поиск и приключения на юге. Поздравляю, ваш номер участника 191. Давайте узнаем, кто у нас будет под номером 192. Копируем ссылку. Это мы сбиваем. И кто же у нас будет участником под номером 192? Давайте посмотрим. Дмитрий Зеленин. Поздравляю, Дмитрий. Ваш номер участника 192. Давайте узнаем, кто будет у нас под номером 100 в поисках золота с Владимиром. Поздравляю, ваш номер участника 193. Давайте еще кого-нибудь возьмем отсюда. Разыграем до 200 сегодня. Алексей Варин, ваш номер участника 194. Давайте еще кого-нибудь возьмем. Алексей в прошлый раз выиграл монету. Михаил Дороднов. Поздравляю, Михаил. Ваш номер участника 195. Давайте узнаем, кто у нас будет под номером 196. Константин Ермолович. Поздравляю, Константин. Ваш номер участника 196. Давайте узнаем, кто будет у нас под номером 197. Александр Тиненбаум. Поздравляю, Александр. Давайте узнаем, кто будет под номером 198. Давайте возьмем ссылку с другого ролика. С какого-нибудь предыдущего, потому что мы на одном застряли. Так, копируем ссылку с какого ролика. Давайте вот этот Святая Троица. Копируем ссылку. И кто же у нас будет участником под номером 198? Так, под номер 198 у нас будет Дмитрий Соборов. Поздравляю, Дмитрий. Ваш номер участника 198. Так, еще двоих разыграем. И кто сегодня не получил номера, прошу не расстраиваться. Смотрите следующие ролики, и вы можете также получить свои номерки. Давайте, поехали. Вадим Королев, 199. Поздравляю, Вадим. У вас сегодня два номера. Давайте и последнего тогда определим, кто же у нас будет под номером 200. Александр Трубин. Поздравляю, Александр. Ваш номер 200. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не выиграл, прошу не расстраиваться. Смотрите ролики. В ближайшее время еще подведем итоги и выберем участников мега-розыгрыш. Так, желаю всем удачи. Всем пока!